храню фотографию, ту, что мне милый с курорт прислал. Но не пойму, почему вместо профиля он мне на память свой куки заснял. Фотография 9 на 12 с красивой подписью пошла ты. Мне напомнила, как мог ты выражаться, хотя тут словом вряд ли что исправишь. Фотография. Те далекие года я вернуться всегда мечтала. Там красоткою я была. И Матрёна ещё не знала. Шуба-дуба, а шуба-дуба, а шуба-дуба, а шуба-дуба, а шуба-дуба, а шуба-дуба. Шуба из дуба? Оригинально. Шуба из дуба. Здравствуй, Матрёнушка. Здравствуй. Каким судьбами ко мне? Ну вот мимо проходила. Ну а что в дверях-то стоишь? Проходи. Спасибо. Мимо проходи, ты же мимо шла. Некогда мне с тобой шутки шутить. Что непонятно объяснять, что ли? Такое? Третий день уже приходишь, третий раз. Ну иди как? Отсюда, дела срочные, неотложные. Видишь, какие у тебя дела неотложные, альбом сидишь, просто смотришь. Не просто. Фотокарточки хочу отобрать. И в чате разместить. В чате? В чате. Не верьте, ребята, девчатам из чата. У них уже дети и даже внучата. Что-то темнее гляжу. Ну хорошо, объявление на подъезде читала. Какое же объявление? Дому нашему 100 лет исполняется. Памятник архитектуры. И чё? В ЖЭКе будут конкурс проводить. Название «Почётный старожил дом». Призы ценные, подарки дорогие. А ты чё это мне ничего не сказал-то? А я-то думаю, чё зачастила? Это ты чё в одиночку приз? Нарисовалась, не сотрёшь. Это ты чё, зараза, без меня приз, что ли, хоть? Вот это... Так у тебя никаких шансов нет. Что это у меня нет шансов? Мы с тобой, считай, в один день родились. Ну вот какого ты родилась? В смысле, какого числа или какого хрена? Какого числа у тебя день рождения? 2 марта. Какого года? Каждого. Да это понятно, ты понял, я хуже тебя выгляжу, понимаешь? Что я старею, иди в зеркало-то погляди. Он у меня как и машина. Товарищи, погляди, а что, погляди, что твой лица? Надо так говорить. Мне он Али всю жизнь твердил, что моложе меня. Пяточкой в грудь себе. Какая еще грудь там? Спалая. У тебя Эвересты, что ли, я гляжу? Ты погляди, что? Нет, или после 5-й рюмки кричишь, что тебе Анфиса Чехова в подметке не гуандится. У тебя фигуры и характера изъянов нет. Есть у меня один изъян. Какой? Хвастаться я люблю, поняла? Так что как ни крути, я хуже тебя выгляжу, поняла ты? Я старею, я старею. Я вот сейчас своим альбомом-то сбегу, потом посмотрим, кто из нас старее. На старт! Внимание, марш! Видали, что творится? Дальше хвасталась мне. Я, говорит, бегом начала заниматься. Я говорю, ты 100-метровку за сколько пробежишь? 600 рублей. Гадина какая-то. Вот ежели спорить, начинаешь хоть кол на голове тиши, ничего не втолкуешь. Клавк, я принесла свой альбом. Название почетного сторожила претендуешь, да? Претендую. Ты же все нормы ГТО перебила, кони находит. Кобылы находит ты. Я на лифте это не считаю. Да не ври ты мне, лифт 2 недели на ремонте. Ну-ка быстро скажи, зачем на фотографии там понадобились? Для фотовыставки. Ничего себе, сколько этапы информации. Этапы жизненного пути называется. Вон чего. От каждого по 5 штук. По 5. Чем старее, тем лучше. Вон чего. На, вот гляди. Я с детства старее тебя выгляжу. Мне здесь 2 месяца, никто меньше 5 не дает. Ну не знай. Помню, это на месяце выглядит. Не завидывай. А что, как есть красавец. Взгляд игривый, но сопливый. Чепчик с полоской, четвертинка с соской. Слюнявчик с ромашкой, подгузник с как... Вот эту фотографию отошлю. Тут мне как раз 5 лет уже. Маленько поправлю. Что делаешь, кобыла? Очки хочу подрисовать. Лицо состарец маленько очка. Между прочим, фальсификацией попахивает. Ну извини, от тебя тоже. Не фиалками. Вот это вообще не значит. Это эксклюзивно. В чем эксклюзивно? Эксклюзивно значит только у меня есть. У меня тоже есть такой ансамбль школьный, наш песни играли. Точно, ага. В Челябинске. Да, да. Лобали халтурку. Намек поняла, Клава. Лобали халтурку, народ приторчал. Пошла файда по вербашлей. Сармак редкий, а тут еще чуваки шайками на уши наехали. Один бемоль давай лопату втюхивать. За 1,5 куска лом чумовой. От заморочек репу клинит. Ага. Главная солистка Матрёна Нигматуллина. Ой, что был домой? Gonna travel home and he never coming back. Oh, gonna Margarita, get you the groove, Лавка. Слов-то не знали правильно, что на пленке слыхали, так и пели доклад. Туз игру. Туз игру.
все вроде ticket to the groove. Шарашим вроде. Я еще помню, ты Пугачева очень любила. Пугачев петь. Любила, а ты мне все подпевала. Рэпер 70-х. Я прошу, не надо. Не надо, да, понял? Говорить не правда. Хорош трындеть, перец. Другом меня называть не спеши. Поспешишь, пацанов насмешишь, да? Шорох листопад. Лунная сонда. Типа ля-ля-ля. Все, что мне надо сейчас для души. Души не парься, бабушка. Осенний поцелуй кучерявой старушки. Осенний поцелуй полосатой ночнушки. Взгляды нас шикочут, нам приятно очень. Я в зеркало смотрюсь, сама себя почувствую. Вот это графио то шлю на конкурс-то. Ух ты! Негритянка 45, баба чернослив 5. Ты что, шокнул, что ли, какая негритянка на грязевом курорте была грязью мазала? А зачем мазалась-то? Процедура такая была, вот и мазалась. Просто дур такая была, вот и мазалась. Идиотка, лечиться ну, мне надо было. Ну, коли идиотка, обязательно лечиться надо было. Зато ты вон теперь у нас красотка. Красотка неписанная. Это я неписанная? В зеркало-то глянь на себя, лебедь белая. А ты паушка сизокрылая. А ты лань трепетная. А ты газель маршрутная. Так, знаешь что, я не до того сюда пришла, чтобы унижение выслушать. Последний раз спрашиваю, признаешь, что ты моложе меня? Видала? Так виднее, что ли? Знать тебя больше не знаю, ноги мой здесь больше не будет. Вали. А перприз я все равно возьму. Поглядим, поглядим обязан. Да, поглядим обязан. На старт, внимание, марш! Вот человек, а. Будто не знаешь, что зависть злобу порождает, злоба в ненависть перерастает. Где лезть, там ложь. На самый святой замахнулась на дружбу нашу бескорыстную. Я ж не со всей душой, можно сказать, с превеликим уважением, тварь. Цветочка, мириться я пришла. Да. Правда, ты старше чего меня. Старше? Чего когда еще? Ты? Она, в смысле старше, да, конечно. К чему только ты это все говоришь? До Жека сбегала сейчас. Узнала там, наш. Какие дела. Обратно иду, думаю, господи, неужели из-за этого зло сейчас на машины дружбу нашу перечеркнуть посмею. Что, на главный приз машину, что выставили? Mm-hmm. И что предлагаешь? Не буду я свою кандидатуру выставлять. Бдительность мою усыпить хочешь, да? Ничего у тебя не выйдет. Дружба, дружба, машина врозь. Павтун, зачем ты так? Я же от чистого сердца. Поклянись. Век мужиков не видать. Не пойдет мне ты. А какая тебе пойдет? Никогда вообще не пойдет. Давай пиши расписку мне. Какую расписку? Обыкновенную. Ты на, что, вот тебе листочек, вот тебе ручка, пиши расписку. Да что дошло, расписку. Надоело уже лезть с тобой. Давай, давай, напишу тебе. Да, напиши. Давай, короче, писать. Прям давай, на, пиши. Бери, вот ручка, вот листочек. Говори, давай, пиши. Писать, давай. Пиши. Я, Матрёна Нигматуллина, находясь в здравом уме и твердой памяти. Мити. Твердый, ты без мягкого знака пишешь, твердый. Как отец. Сама ты твердый! Как отец разница? Твердый память! Ты что, исправляешь их? Нотариус, что ли, пойдешь? Тварь. Торжественно обещаю не выставлять своей кандидатуры название почетного сторожил дому. Жила. Ну, написала. Пиши мне ту. Разборчиво? Можешь крестик поставить. Брысь отсюда, что я в школе, что ли, не училась крестить. Писло чесать? Ну, почеши, коль не могу тут. Ну-ка, теперь ты мне расписку пиши. Какую ты что расписку? Такую, что тот своих слов не откажется, когда почетным сторожилом станешь. Видишь ты, о, рука еще чешется. Интересно, это к встрече или это к деньгам? Это грибок, пиши дальше. Я, Клавдий Цветочек, находясь трезв... Кстати, ну-ка, дыхни. Что надо? Дыхни, что? Сказал. Ех, ну, не фиалками. Вместе вчера сидели. Я, Клавдий Цветочек, находясь в не очень трезвом уме, и не совсем здравой памяти, все ответственно заявляю, что всегда была и буду старше Матрёны. Внешность свою нахожу невзрачной, местами отвратительной, в области груди и таза даже убогой. Не стыдно вот тебе, пиши, а? Что велено. От слов своих не откажусь даже под пытками. Теперь распишись. Письмо можешь не чесать.
Меняем с расписом быстро. Давай протягивай. Сама протягиваешь готовое. Вот и напери. Глупый человек. Сама Первый просто. Раз такого глупого человека вижу, чтоб сам добровольно от машины отказался. Всяко бывает. Ла-ла-ла-ла-ла. А что я раз сказала машина? Я сказала машинка. Дескать, мол. Биби. А. Ока, что ли? Ничего себе размечталась, ока. Ну а что, стиральная? Да не. Швейная. Да нет. Бритвенная. Харьков 2М. Харьков 2М. Погоди, может, Харьков? Харьков! Тебе вот этого легче? Что я с ней делать-то буду? Что хочешь, то и делай. Она, знаешь, как амошина машинка. Хочешь, кактусы брей, хочешь, под мышками разбирать. Поняла, да? Машка, вы чего ж так убиваетесь-то? Вы ж так никогда не убьете. Молодец, Дмитрий, молодец. Урод мне, урок мне. Нельзя дружбу по мелочам разменивать. Значит так, раз ты от главного приза отказалась, то и мне он ни к чему. Давай, давай расписки рвать. Рви, если хочешь. Дорогая Матрёна, и ты еще что такое? Дорогая Матрёна, сегодня исполняет ровно 45 лет с того момента, как мы с тобой познакомились. Не может быть, что, правда? Что, забыла трамвай-однёрочку, что ли? Чему помню? Ну, а что ты сказала красивой девушке, когда она тебе на ногу наступила? Что-то типа... Эй, пром ведь заказа. А эти коровы обозвала. А эти мымры. А эти начки плюнула. А эти сетки похари. Тьфу, а там сырые яйца три десятка было. Вот с этой яичной маски, Матрёна, и началась наша с тобой дружба. Так что, Матрён, как ни крути. Да. А я тебя, Матрён, узнаю по походке. А что, походка необычная? Ты носишь юбку галифе. Узкова отманекла. Платок всегда ты носишь, и то белый. Жутоватенький. Обут остатки фирмы Скороход. Фирма. И пусть мы иногда с тобой ругаемся, друг друга все пытаясь подсадить, но дружбой дороже всегда стараемся. Желаем ею дорожить, но дружбой дорожить всегда стараемся, и вам желаем ею дорожить.